тоже надо файлов. Побыстрее сливаем трэш. Инра по КД давайте по хилам. Хилы. И, блядь, если на вас нету саппорта, ты... потому что вы 100% сдохнете на вас. Особенно после купола. Настя, готова? Ну, если можно так выразиться, то да. Чего запускать? Саппорта пейте. На второй фазе тоже. Без саппорта вы сдохнете. Теория, блядь, сидят в лужах. Лёх, переставь метку этого креста. Крест и череп. Это метки... На для... третьей фазе, да. Просто вдруг кто-то в них захочет на второй вынести. Таких долбоёбов уже не осталось. Будем надеяться. Тут вообще метки не нужны. Это да. Первый рейд убивает без меток. Да вы Синдру без меток убиваете, я вообще охуел. Ахуй на Синдре метки. Я думаю, куда-куда, что? Вы там по две в одну кидаете или как? Все, поехали. Чем быстрее заливается треш, тем меньше хила обхилит, меньше маны. Смотрите. Мелких с драгом забирайте. Это драгон живет. Ну, мистаки копят. Так, шторм бежали. Прошел. Бежались быстрее все. Еще подводить порталу. РДД поставил, поставит возле портала свечку. Не слей раньше времени. Шторм. Хорошенько прям его захуярили. Побегай, пособирай, пока эти пролежат отдельно. И, короче, в стороне держи, бьют стаков. Бежались. Так, отводи в сторону, сбежались, или... Сейчас зауешите и стоп. Все, тормозните. Все, стопните, ауе. Ну, нормально идем. Можете даже... Догадайся.
значит, мы перебежали на другую сторону. Смелки, ты точно на всех несет? Паладин и патрончик из Рансом. Забирайте, забирайте. Шторм. Будут его убивать. Шторм лет. Или РД подобейте. Этого мелко. Жарись. Тим Бич, дай этот иннер. По кому? По мне. Адмирал. Что? Шторм. Пилоди, собирайся. Тебе рейндж не обязательно. Тебе одного урона. Кал, почти. Собирались. Приготовились ко второй фазе, по мне сейчас побежите. Все, стали по эти. Метка. Блеск отдаем. Нажали кнопку. Отлично. Первый каст лучей. Лучи. Метки. Метки вынесены. Грин Персик, Эрнест, Покатут, Настя, Враз, Ауди. Теорита закрыта. Сейчас получили более теорию. Заберите. Рядом с крутавчик все метки. Имперщик, адмирал, провокатор, враст, рога. Теорита. Теорита закрыла. Вышел. Боссы идут. Просил. Сейчас мастер аур, подкаст сакру и Т4 есть. Денчик, если мало маны, скажешь, я залью. Давайте дефы. Просил. Лучше. Метки Женвен,
Шаман, Тошнотворный, Фанзера, Драк. Теора. Теора закрыли. Прохил. В смысле? Там прохилите, прохилите, прохилите. Куда ты зашел? Заберите. Отключаю. Заберите, заберите. И подхилите. Прохил будет. Слушайте, кто-то с метки, что ли, не вышел на звезде? Что мы подарили все. Да. Не только звезде, в ромбике. Ложитесь. Это я смотрю, и жопа загорелась. Там сначала они вынесли дикое пламя, всех заразили, блять. А потом еще обычную метку кто-то не вынес. У тебя стрим идет? Да. Посмотри сейчас, кто последнее дикое пламя принес в ромбик. Центр. И в квадрате тоже была. Центр в ромбик прямо, блядь, дикое пламя принес и захерачил. Не, ну сейчас графу поменял, ладоны отключил, все заебись вообще. Что-то одно из двух не мешало. Че, как успехи? Иди, мальчик, не мешай. Так, дикое пламя было на Ауди, Перевульф, Драгонсон. Ты по стриму посмотри, кто... Да я вижу, ник не видно. Вижу, что корова, блядь, и подсвечивается. Там, блядь, один на одном появилось, он не вынес и заразил всех, нахуй. Он не вынес, он принес из центра. Ну или хуй знает, откуда оно там взялось, но, блядь, заразило там все, нахуй. И потом еще обычную метку, вот эту же в звезде прямо в центре осталась. В звезде она заразилась, там кто-то не вынес ее уже. Ну она на кого-то кинулась, да, и кто-то стоял прямо с ней, она, блядь, звезде нахуй и пывала. Народ, блядь. Есть это меня на кого-нибудь поменять? Это точно не Ауди, это либо Вервульф. Это легко проверяют. С этого пула начисляю БПшку. Нет, это не Вервульф, потому что с Вервульфа впал дебаф. А Писюн-то выжил, но... Первую фазу начисляю БПшку с этого пула. Денис, поменяй меня, у меня пинг 500. Вон, кто там заходил только что, Фрасгорн, да? Ауди, Вервульф. Чё на ком? Ауди, ты в какой метке стоишь? Я в ромбике. А Вервульф? Он в квадрате. Рыбу ешь. Я Джайн убил, там появилась эта хуйня, что сейчас будут лучи. И все, я побежал сразу на сейф метку. Я вижу 5 человек, а по своему... А, вот Никитос еще. Никитос вдали, Настя вдали. Вот 2 человека точно минус. Старик, у нас до 4. А вот ты поменяешь меня? Нет, у меня 400 пинг. Ну. Цена до 200. Меня слышно вообще, нет? Да. Попробуй, как я, отключить всю хуйню и графику на минимум поставить. Ну, чтобы у меня тоже был пиздец. Не знаю, правда, что помогло из этого. Но ДБМ я оставил. Стоп, Вервульф? Это тролль. Нет, Вервульф это орк. Поехали. В распор. Ну у меня в пинг, я же говорю, 400. Так, а Дживса можно? Или у меня ботинки? Подождите, сейчас. Секунду. Было бы замена заменил. Даю проверку. А при чем тут графа? Эффект очень тяжелый. Япончик. Да мне холодно дома, я одеваюсь, сейчас я. Какие вы все калеченные. То пинг, то лаги, то холодно, нахуй. Типа, уходить если, надо. Если у тебя из-за графики, у тебя должен быть FPS падать. Никак не пинг, если у тебя компьютер не тянет. Пускаю.
А у где это ты был? Чё? Это был ты. Это я заразил? Да. А чё у нас? Вон у нас этот, блядь, Кирс. Подожди, а как мне тогда делать, если я... Мне надо же ДБМ сказал, что надо в метку вставать. Мне что тогда игнорировать и умирать на лучах? Только лужу надо в метку надо выносить, которая разливается. Вообще, знаете, я вот сколько пострел, ДБМ так пиздит. Насколько только возможно. Смотрите, У меня ДБМ на Джене вообще не работает. Только шторм показывает, а вам он не нужен, господи. Просто косты надо запомнить. То есть, видишь, вон Ауди, ты к нам забегаешь, и у тебя серединка светится. А я не знаю, как вы там стрим смотрите. Ну, скриншот тебе в Дискорд скинул. Где категория своя, просто смотришь и все, метку. Не, видишь, а что мне вокруг... тогда делать? Куда мне бежать тогда, когда учили? Ты встал бы не прям к нам, а чуть поближе. Лучи же не мгновенные. Да, лучи же не мгновенные. Ты вот прям вот 0,1 секунды не хватило. Видишь, вот у тебя такая же хуйня светящая. Ух ты, там же пул, блядь, идет. Сейчас что? Тут уже хилы нахуячили столько, сколько им не давал. Что там? Что? Шторм разбежались быстрее. Убирались. Играл по нонти телефон. Шторм пононтить? Да, я сейчас. Окей. Блять. Два. Пять стак. Вижу. Убейте большого. Шторм 10. Шторм 5. Хоть 5. Боссом под Джайна убейте. Иннер дайте. Перебегайте, наверное, да? А, блядь, их до хуя. Шторм 13 секунд. Шторм. 5 секунд.
Убежались. Еще одну. Давай. Один инер шаману, один мне. А у нас 4 друида. Торм 5. Да, отлично. Сбежались. Виде. Добейте. И помет. Добейте, добейте, шторма не будет. По меткам разошлись. Готовы кнопку нажать. Дрин персик, дай сразу иннер в кого-нибудь. Либо в меня, либо в Настю. Либо в Харсис. Кнопку, кнопку урожая, держим. Смотрим за костами, первые лучи. Лучи. Метки. Два лока, провокатор, аэродраж. Метеориты. Сустрели. Спасибо. Заберите. Лучи по меткам прошлись. Метки выносим. Раз. Декапов. Тут же. Троица. Сова, бля. Эти звезды какие-то. Кил один упал. Да, я вижу. В смысле, там вот это пламя ебаное, оно прям через звезду прошло. Че, ребята? Продайте. Коллапс. Похил. Бафы. Сейчас будут лучи. ЖМН, подними, Никитос. Метки. Метки вынесли. Ринперс, Ауди, Япончик. Метеоры закрыли. Чем он здесь где-то? Лучи. Лучи. Метки. Метки вынесли. Локи, провокаторы, япончик. Рога, драгон. Метеоры. Метеоры. Жжуэн второй раз. Прохилхива.
питосы идут. Блядь, Джинан, ты поднимешь нахуй или нет, не питосы? Вестись, блядь, встань, блядь, в этот, на другой край перебеги после этого коллапса и, блядь, подними. Или сместись вон, блядь, в печеньку. Звездочки я лежу. Прожмитесь. Все. Лучи, куда побежали? Провокатор, метки. Провокатор пока тут. Ман, Рога, Тимы. Метеоры. Закрываем метеор. Сел. Лучи. Метки. Вынесли. Нуэн, провокатор. Тимы. Метеоры. Крылья. Не, просто работайте, ребят. Все лучи. Лучи. Метки. Пока тут Денчик, Мозер, Вера, Фраска. Боссу иду. Ира в КД сделайте. Фраска упал. 4 вода. Человека с дебафом, Эрнест, Ауди. Ауди. 2 хила. Дайте это, постирал. Встань, меркочку. 7 человек. Метеоры. Че? Метки. А тут Локи, Адмирал, Япончик, Горный. Метеора. Заберите. Красиво фан. Блять, там страшно, все печально. Чего вы? Лучи. Залейте, лучи. Метки. И перефаза сейчас начнется уже. Шинуэн. Инер по Денчик, он сухой. Чего? Юген. Боссу иду. ОБР есть. Перефаза. У меня. Пока тут даешь по Женуэну. Я дал по Женуэну. Окей, тогда этот, пока тут даешь по Панзера. Не, кому, Лёш, давай. Прожмитесь. По ДК. Не надо. По ДК даже. БР. По враске не давайте. Без знаком. Это на этой или после? Сейчас сразу. И масс-бафы. Сразу масс-бафы. Приготовьте звездочку. Звезду на стрик. Саппорты обновите, может, закончились у кого. Сразу косты идут, босс. Сместились, луч. Нормально, луч. БР. Бафы обновите. Луч. Блядь, хуёвый будет, смещайтесь к кромбику. А не, нормально. А чё, ДК не резнули? Нет, вот лежу. Бля, я по фанзеру походу дал. Единая метка, вынесли. На край. Разбиваем метки, да, и маску. Ну да. Обратно. Боря, вынес.
Знаете, подошли все. Далее. Все вот. В точку. Куча, куча, куча. Буря. Перекрыли эти херни. Они повышают вам урон. Повышают же. Скоро будет купол. Метки. Вынесли. Вынесли, вынесли, вынесли. Сразу метки разбиваем и готовимся к куполу. Купол. Купол. Быстрее, быстрее, быстрее. Звездой лег на меня. Сколько? Сказал же, готовимся к купу. В чем проблема? Блять, дохните. Чего у вас, сука, дохните, паладины? Бабло, блять. Пока сидит. Тут, куда бежишь, блять, притормози. Ком нахуй, блядь, меня блядь. Из этой, из глыбы только выбили и сразу хлопнуло. У вас бабло, блядь, для этого. Старый, притормози, сейчас шипы откатятся. Сколько людей? Вставать. Притормози, сейчас тебя пизданет. Вставать или не надо потом? Потом вставим. Хорошо. 12, 4 хила. Вот танк. Сразу сколько, блядь, подохло людей. Вы чё, блядь, купол не можете? Сука, страх поймал. Заебись. Сука, главное отслеживать, блядь, чтобы не словить страх. Видели? Шипы откатились прям впритык, почти Настю порезали. В смысле, они еще меняются? Что-то? Они откатываются. Назад катаются. Поэтому я говорю, не бегите вперед. Тоже нужно по кругу бегать и убить вот эти все хуйни, да? Тогда... Да. Старый, тебя чуть не порезало. Бьешь эти кристаллы, купол пропадет. Обратно можно будет бить босса. Когда кастует, нужно ебалом в купол повернуться, да? Да, на стриме будет видно, потом посмотрим. На Джайна. Да я просто на третьей фазе не был же еще, я крафил. Отвернуться от кристаллов надо, когда они кастуют. Это я понял. Да я не понял, какого хуя я сдох на перефазе. Вот. Те, кто со мной бегают, еще никто не сдох. Да нет, я сразу сдох, когда фаза пошла. Шипы темного льда 25 тысяч. Тихо, тихо, не торопимся, сейчас шипы откатим. Драгон, спасибо, трэш. Угу. Ну да, вот их сложно бить. Копию ее кто будет танчить? Тоже ее? Ее не надо танчить. Чисто. Чему спамить шипешкой? Как паладины дух. Он научился бегать. Больше людей научилось бегать. Пока тут старый драгонсон бегает, пока не это. Все, все огонь, что заебись. Успели допить.
Я уже от них отхожу, они сами бегают. То есть, получается, вот я вижу, появляются метки на полу, оттуда шип лазит. Нужно ее оббегать, да? Так, женёшься, встаешь и медармка. Я понял, когда вставать? Скажу, когда пропадёт. Угу. То есть, милики, потом также посмотрите стрим, я сейчас бегаю, как милик. Оп. Вставай. Кто там с миликов? Заебись, встал, даже не успел добежать. Блин. Было раньше чуть встать. Вот, квесты сбиваем. Ну да. Обычно. Наберите раньше, отойдите, кто остался живой, отойдите. Улыбы. Если честно, адмирал вообще за тобой не бегал, как бы. Ну и чуть на нуборезку не залез, блядь. Да нормально все было. Да, 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 нормально все было. Хуя не увеличивает физический урон. Что 40 тысяч ДПС. Глыбы ебаные, они сильно жизнь усложняют. Все чё хуйня. Ну если, конечно, не выживают люди, то... Ты видел, адмирал? Я даже кастить успевал. Да, да, ты видел, я бегал как милик, блядь, бегал, тоже эти глыбы бил. Хилом, блядь, прошу честь. Вы просто глыбы не разбивайте, когда шипы проходят, потому что вот я родился, блядь, и сразу сдох, потому что на шипах. В смысле глыбы не разбивайте, это, блядь, не сильно. Я в глыбе был, когда это, шла эта хуйня. Тебя по-любому бы убило, что ты переживаешь. Наоборот, надо было, чтобы тебя быстрее разбили до того, как появятся шипы. Вообще, это, конечно, подъебка, пиздец. Глыбы, да, раздайся с этой глыбы, сразу под шипы не убежишь. Это вообще нечестная хуйня. Поднимать. Не, ну уже лучше. Ну хуй знает. Половина, блядь, не может на куполе сообразить бы. Ну в прошлый раз вообще все... Вначале, это паладинам же, блядь, сказал. Нажмите бабу, блядь. Некоторых КД, некоторые хуй прожали. Я не прожал, потому что прожал крылья, чтобы убить быстрее глыбы. И 30 секунд нельзя бабу жать. Ты достал арес. Знаешь, тебе главное жить, блядь, а не крылья просто. Ну я понял, что сейчас лучше одну глыбу продать, чем самому умереть. Ставлю рыбу. Не, ну я-то в принципе понял, а что сложного? Достаточно просто, когда ты бежишь, брать глыбу, эту фигню, которая впереди тебя, если видишь каст, отворачиваться. Там не обязательно бежать, мне кажется, спиной всю дорогу. Можно и так, без разницы. Это самый профитный вариант. Ты видишь, она кастует, отвернулся. Когда я лужу разлил и сдох, мне, короче, стоял, думал, добавшись. В себе не уверен, блядь, надеюсь на то, что дотки допинают, как ДДшник. Сам живи. Не, на самом деле, если мы типа на куполе не умираем, все нормально делаем, то мы убиваем его спокойно, потому что все остальное мы делаем хорошо. Спасибо тебе, капитан, очевидность. Без тебя убежал. Ну блин, если типа вчерашний вспоминать вторую фазу, там жопа была. Блять, я думал, копыта самый пидорский босс. Меня вот эта тварь дико бесит, нахуй. Наоборот, самый интересный босс, где надо... Да ну нахуй, самый ебаный вообще, самый тупой просто. Дайте каску повару. А нет, все есть. Если бы она еще вот эти глыбы ебаные не кидала, я бы ей все простил, но...
самое беспонтовое, это вот когда шары начнут с неба падать. Это самое беспонтовое момент. До шаров я не доживал, не знаю. Что это такое? Вот у вас падать начали, тоже сверху. Я уже лежал давно. Нахуй знает, он что-то падает, вроде не дамажит. Не, там, дамажит, типа, она что-то стакает. Стакает этот, повышение урона от магии. И этот, уменьшение прохила по... ...схил. От арене. А я только пиздюков ощутил. Это нереально сильно. Секунды. Нахуй вы ко мне подбегаете? Стою, блядь, никого не трогаю, сука. Сбегать. Чем больше вы сегодня потратили, чем больше вы сегодня дойдете, проще на следующей неделе будет. А сколько за убийство Джайны вообще ей подают? Пусть это не для сюрприза. Ну, мне просто интересно. Джайна проще лучше. 25 ставок. Джайна проще лучше. Ключом в разы. Если полностью ориентируешься так, то в принципе ритм. Нету такого, что надо неимоверно ДПС там. Берса 30. Шторм 15. Бюджет есть. Забежались. Так, почему Инара дает только один жужу? Почему Бэров дает 3, когда 4? Все, притормозите. Дети большого не светится. И не обязательно в меня. Осторожно, большого не убейте. Можно пиздюков собрать? Веди его в сторону. Сойдет. Блять, только разука стоит. Стопните АУЕ. Это, да. не бейте ничем, 100 тысяч у него. Сейчас 2 стака заберу. Что? Че иди? Добейте. Шторм скоро. 10 секунд. Шторм 10. Шторм будет. Бежать. Тварно. Так как они заебали парировать? Что-нибудь, блядь, парирование качало не своему персонажу, а им. Идите. Кружку идите. В другую сторону перебежите все. Опа, Женьку, блядь, где?
Что за паладином? Даже бог не мог. Женек вообще не понимает, что, блядь, трэш не стоит. Встать есть. Что тогда хуя, заберите час. Берсик, свой бы. Говори же, блядь, нормально, на сейф поиграйте, блядь. Нет, нам надо сдохнуть, блядь, Джин. Теперь бейте. Шторм 10 секунд. Шторм 2 секунды. Бафы по нему закинете вообще. Где уешка тирачу? Так вот. Не было еще. Ставь его там. Все, по-большому больше урона дайте. Иди там. Шторм 10 секунд. Какой нахуй 10? 30 секунд. 30 секунд. У меня вообще 5 показывает. Все, по меткам разошлись. Жим на ману, стой после кнопки. Кнопку сейчас прожали. Это что за хрень у меня в куполе было? Пиздец. ЖНН поднимешь, лучи. Метки. 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 Пока тут время персики, пончики, анзеры. Тёп. Метеоры закрыли. Диким пламенем, кто там зашел? Лор. Захил. Никитоса, подхильте. Лучи. Блядство. Пошел похилик. Метки. Поднимай метки. Метеоры. Пока тут поднимешь. Стрелка. Метеоры закрыли. Захил. Боссу иду. Ауди, блядь, ты опять принес. Сейвы. Сейвы отдайте. Адмирал себя, блядь. Да я был под... У меня КД щит и меня ебашило, я себя захилил как мог. КОБР остался. Тимыч, поднимай адмирала. Ты заебёте, блядь. Лучи. Где ты, адмирал, лежишь? Я за... Метки. За ромбиком. Нет. Метеоры. Хил, хил с тебя. Ману ему залейте, бафу. Лучи. Нет. Мэн, Настя, Женек, Мозер, Фазер, Ауди. Метеора. Че за дурачок прибежал, нахуй принес, сука. Хил. Ай, ты себя под хиль ты хоть, блядь. Никитоса там под хиль. Центр. Сейвы.
сил. Лучи. Сразу. Нет. Дёрн побольше. Метеор. Да. Теора закрыли. Гим на ману отдайте. Щелов нету это. Ман. Лучше. Нет. Еще щелы прям на двух. Заберите. Метеора. Хил. Получ. Метки. Клаудия, Женек, Япончик, тошнотворный. А. Заберите метку. Там Денчик абсолютно сухой. Денчику ману закиньте. И не до всех КД. Тотем поставьте. У вас, блядь, тотем только один. Жаль. Метеоры. Дальний закройте. Эч баба. Хил. Лучи. Сберите. Метки, метки. Блок Никитос, адмирал. Чего разопил? Метки. Два инера не в КД. Метки. Теора. Будет, да подхилите, если так. Фаза сейчас будет. Можете идти сразу становиться. Задотайте. Метку иди становитесь, крестик. А на старика не будешь метку давать? Зачем? Вам тут что, не ясно, как бегать? Не, я понял. Каждый там должен, блядь, бегать. Так что... Пока тут инер не экономь, сразу по Денчику. Тимыч то же самое. Замедление кастом. Натис. Все в точку. Не ловите только сферы. Пухан чисто мел. Метки. Метки вынесли. Метки. Сломайте. Разбиваем. Копия перекурит. Копия надо перекрывать. Уменьшение урона поджарения в копии. А у вас шейк буря. Буря. Копия перекрывать старайтесь. У вас повышенный урон будет. Луч. Улики отошли. Нихуя, Лёха. Драгон, остановись на моё место, быстрее. Метки поставь. Еру дали. Еру.
Как быстро сливаем. Драгонсон, идешь, купол разводить, если что. Натиск, отошли. Драгонсон! Ты чё, блядь, делаешь? Второй натиск. Третий, блядь. О, хуя ты на натиске возле босса. Луч. Луч. Ух, нормально. Ну тут драгонсон. Идите. Вот тебе танком. Гнев купол. Пока драгонсон. Нет. Главное фир не ловить. Основная задача не ловить фир. Саня, не беги впритык. Шипы откатят тебе пизда. Титос красавчик. У меня будет встать после фазы. Аккуратно бегаем, главное фир, блядь, не... По малому кругу бег. Япончик, как всегда, сдох. Заебись. Шип поймал. Это шип, который мне... Замедлил. Ну, прям полсекунды не хватило. Там выживание на этой фазе. Мне надо хуйню. Нет, те, кто в прошлый раз со мной бегали, они так и бегают. К ним еще кто-то с ними бегает. Надо еще до сюда доходить и бегать. Сбивается. Бегать. Когда они разобьют, будет аж целых 3 БР. А то и все. Шаман сдох. Как тут хилы мог? Как тут хилы мог сдохнуть? Хилы 3 штуки от натиска упали. Да. Не, я про... Бля, танк поменялся на больше, сразу лазь. Там натиски эти, пиздец. Во, Эрнест красавчик. Ну что, будем развлекаться после купола с БРами? Да, у кого есть стать вставать по поводу БРов. Все в откате. Гринперсик Женуэна, Женуэна, Тимыча, Тимыча. Кого-то. Ну, пока тут, а пока тут Мазера. Еще раз, Леш, кого мне резать, Тимыч? Пока тут, Эрдру. Сейчас выйду, меняюсь на трэш. Войт сейчас забирает трэш на себя через лужу, а ты босс. Становишься, блядь, на максимальный рейндж от босса, на малый круг. Не, блядь, впритык. Трэш. БР сразу раздаем быстрее. И баф, и баф. Буря вынес. Стыд, старик.
метров. Отойдите от метров. Где пока тут у БР? Где под Тимоч? Забьют вас, нет? Че метки дамажат, да, кто в метке стоит? Под 2К лупит. Вы задыхаетесь там. Ну как на Синдре? Да. Не знаю. Спингом пятихатку отбегал рук, я не знаю, что у нас проблема. Вот если бы натиска этого не было, попробовать побегать получше этот купол. Минут. Кво. Ну как минимум сейчас процентаж больше выжил. В смысле, вот эти маленькие на земле, которые одиночные шипы, они появляются из-за чего-то или просто рандомно? Рандомно. Артемка. А чё они, блядь, такой кучей нахуй на меня нападали? Чё-то как-то неестественно, дохуя их было. Сегодня всё. Всё, да? Смотри, вы же, если вы бежите толпой, она ж не под одним человеком появляется, она под несколькими. Нет, я один бежал нахуй, и они, блядь, меня... Просто нахуй со всех сторон. Я не знал, куда съебаться от них. Ну что-то, короче, как лезвие в резке, да? Я не знаю, что они, блядь, не употребляли, вот когда делали вот этого босса. Я смотрю, кстати, вот у этих фиговин, которые у них фира уешный получается, да? И просто если ты смотришь на него, он фиряет. Да. Посмотрел, все фир попали. Просто я смотрел, от него вспышка, когда расходится, она как бы радиус имеет. Он нахуярит всех, вне зависимости, блядь. Если вы смотрите, блядь, на этого, то она будет всех, кто смотрит, хуярить, фирять. Вон и там мы с этим, с кем, с Драгоном вдвоем бегали, там вообще халява нету.